91 человек погиб в ходе антиправительственных протестов в Бангладеш. Об этом сообщает агентство Рейтера. Среди жертв 14 полицейских. По данным агентства, большинство из них погибли от пулевых ранений. Еще несколько сотен участников акции пострадали. Власти страны ввели режим комендантского часа. Закрыты школы и университеты. Заблокирован доступ в интернет. Демонстранты потребовали отставки премьер-министра Шейх Хасины. Я напомню, что с июля в Бангладеш вспыхнули протесты против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Позже манифестации переросли в столкновения. По данным газеты Daily Star, с начала беспорядков в республике арестованы уже больше 10 тысяч человек.